вечер, дорогие друзья, девочки и мальчики, а также их родители, бабушки, мамы, папы. Отдельное спасибо папам за то, что пришли сегодня на этот вечер почти классической музыки. Перед вами сегодня будет выступать струнный квартет «Нуар». И наша программа называется «Знакомство со струнным квартетом». И именно с знакомства мы и начнем наш вечер. Итак, перед вами классический струнный квартет. В его составе две скрипочки, альт, чуть-чуть побольше, чем скрипку, и виолончель, самый большой струнный инструмент, чуть-чуть побольше, да. Самый большой инструмент в составе струнного классического квартета. Итак, немножко о инструментах и их ролях в струнном квартете. Справа от меня, слева от вас, находится первая скрипка. Он сидит всегда ближе к зрителям, чем вторая скрипка. Вот. И играет самые сложные, виртуозные, технически сложные и очень красивые мелодические линии. Итак, Александр Кузовов исполнит что-нибудь в верхнем регистре, пожалуйста. Чаще всего первая скрипка играет самые высокие мелодии. Теперь я бы хотел обратить ваше внимание на антипод скрипки виолончель. Инструмент, на котором исполняются самые низкие звуки в струнном квартете. На виолончель играет Михаил Звонников, и он исполнит для вас что-нибудь на доструне. Давайте послушаем, как он звучит. Протяжный, красивый звук, за который и многие любители музыки полюбили такой прекрасный инструмент, как скрипка. Сегодня у нас есть еще одна скрипочка, которую мы приготовили для вас, чтобы вы могли посмотреть, потрогать ее руками. Пожалуйста, смотрите и передавайте следующему смычок, также я дам посмотреть. Как дети бережные. Пожалуйста, будьте неаккуратны, это Страдивари настоящий.
Мы очень дорожим этим инструментом. Вот, и отдаем ваши руки. Итак, немножко о том, как будет проходить сегодняшний наш концерт. Он будет проходить экстремально для нас и, я надеюсь, весело для вас. Друзья, для того, чтобы исполнить этот номер, нам нужна ваша помощь. Для того, чтобы вы нам помогли, вам нужно запомнить всего лишь две кричалочки на цыганском языке. Первая из них звучит так. Чавале рамале. Перевод я скажу позже. Давайте попробуем вместе сказать. Чавале рамале. И еще разок. Чавале рамале. Очень хорошо. И вторая. Авантекхила. Давайте на 3-4. 3-4. Авантекхила. Да, слова мы знаем, теперь ритм. Мы будем играть музыку цыганскую из фильма «Черная кошка, белый кот». Ее написал Горан Брегович. И ритм этих слов такой. Звучит музыка, и мы кричим «Чавале, рамале». Снова звучит музыка. Опять «Чавале, рамале». Звучит музыка. Третий раз мы кричим «Чавале, рамале» и добавляем «Аванте кхила». Запомнили? Аванте. Ну, походом разберемся. Thank you.
Амадей Моцарт. Знаменитый Вольфганг Амадей Моцарт, о котором расскажет нам в двух словах Сергей Соловьев, если, конечно, захочет. Ну, на самом деле, я много не хочу говорить, потому что в течение жизни все не раз сталкивались с Моцартом. Это такая фигура, которую невозможно не затронуть в течение своей жизни, не узнать о творчестве этого замечательного композитора. Самое главное, чтобы я хотел, чтобы дети запомнили, что он был очень одаренный и с самого детства, и в 3 года уже начал писать музыку и играть на музыкальных инструментах. Поэтому, если ваша душа лежит с детства к музыке, к музыкальным инструментам, 3 года это не рано, это самый идеальный возраст, и вы можете с удовольствием играть на этих прекрасных инструментах и на многих других, и получать большое от этого удовольствие, так же, как делали многие великие композиторы и музыканты. То произведение, которое мы сейчас сыграем, Моцарт написал 16 лет. Оно называется «Девятисмен Ревазор». Thank you.
Домой, посмотрела концерт в ЦВР, неоткрытые острова, и потихонечку иду на улицу, очень холодно. Сегодня 10 февраля, ветер холодный, днем было-то тепло, минус 7, ночью было мороз, 17 градусов, а сейчас опять ветер. Луны не видно, нету на небе, ничего не видно.